Венза. Сумасшедший пес. Не знаю, не снять где там собачка это. Вот, в зеркале было видно. В общем, Вене с этой собакой. С молодости. Не любовь. Буся, скажи, что Веня орёт. Веня, чумачечая. Эй, чумачечая. Понятно, можно дальше ехать. Венза у нас теперь в комбинезоне. Кто из стареньких помнит, что этот комбинезон я Кисе купила, когда ей было 4 месяца. Или 5. Вот такая пирамида. Буся, это что такое? Веня, красотка в новом комбинезоне. Рождественская киса заснеженная. Буся, красотуся. Веня тоже вываливается из этого комбинезона, поэтому в комбинезоне будет Геннадий сегодня. Буся, смотри, что это? Что это? Какой классный! Какой классный гиндос в комбезе! Все, украли Геннадия. Что? Гена под защитой, ты ему голову оторвешь. Клевый, да? Пойдем еще поиграем. Пойдем. Ну дай поиграть, Геннадия. Нет, это мой, надо, скажи, повыше от вас его забрать, а то какие-то здесь покушения на Геннадия. Ай, Муся, жадина. Живем вот так вот вообще и живем среди жадных зверей. Не поиграть, ни косточкой не поделиться. Все. Здесь на крыше будет лежать. А тебе у! Ни комбинезона, ни крокодила. Все, собираем праздничный стол для девочек. Будем праздновать. Вот. Как это делается? Оп! Вот такая вкуснота, красота. Сейчас пригласим девочек за наш рождественский стол. Представляем вам шашлычки из мяса, рыбы. Вкуснейшие косточки. Рубец. Все, вкуснятина. Красотятина. Сейчас посмотрим, что им больше понравится. Опа, что тут? Что тут? Что тут раздают? Ой, скажи, ну-ка. Венза, ну ты видела, как Буся зашла? Ну-ка, заведи. Иди сюда, на. На. Оп. Пир горой. Да. Приглашали монстра. На тусовочку. Венечка, кушай, можно? На. Ой, ой, вообще. Нет, вы посмотрите на эту кошку-акурашку. И на эту собаку. Все, разнесяку. Но нравится есть им, конечно, с пола. Даже так вкуснее, чем на вашем столе. Вот эти печеньки. Венза просто ест, что ей подают, говорит, под паровозом. Первые печеньки, вторые шашлычки, третьи косточки. Отлично, вкусно. А Бубочка там что-то колупается. Что-то где-то. Какую-то костяшку одну жует полчаса. Буся, нет, смотри, как вкусно. Вот так вот вкусно. Вот, шашлычок. Скажи, ну, интересно. Конечно. Я просто Веня, подавайте. А с рыбки? Скажи, ну ладно. Так и быть. Но с рыбки, так с рыбки, это потому, что вы сильно уговариваете. Молодец, молодец.
скажу, где будет шашлычок? Где будет зайчик, хочет шашлычок. Вот там, нам. Я не могу вообще, не знаю. Да, наши животные только едят и развлекаются. Такая вот жизнь у них. Еще ушки зайчика носят. Кто тут вообще? Вот кролика. Ой, Бубочка, там эту косточку. Вы посмотрите, что в этой собаке. Все вокруг валяется. И кисоньки аккуратненько. Бубочка. Опа, обманем Веню. Оп. Вот мама не ест рыбу. Веня просто вспомнила, что она крокодил. А Бусечка вообще в восторге вот от этих ко... Да, скажи, я тоже в восторге вообще от всего. Веня! Что? Вот ешь со своей тарелки сама. Конечно, конечно, съем со своей, чужой съем, все съем. Скажи, миссия у меня такая на этой планете, съесть все. И желательно побыстрее. Такие курочки вообще сидят. Бубочка, держи. Нет, с этой стороны невкусный шашлычок. Веня, ну нет, ты что такое? Ты откуда взялась такая голодная? Вы что, ты посмотрите на эту собаку. Сказали тебя на диету посадить. Что за диета? Все, давай, рыба вкусная вдруг стала, неожиданно. Ты же вообще рыбу не ешь. Тебя вчера не кормили? Ой. Буся рога счесала. Бубочка. Так, ладно. Все, Веня, дай кисе поесть немножко. Спасибо большое. У меня диета. Мне надо форму поддерживать. А Веня говорит, а мне тоже надо форму шара поддерживать. У каждого своя идеальная форма. Ну, как бы вот и все. Вот и празднику конец. Кто все скушал, молодец. Спасибо за просмотр. Опа. 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 О, заяц, где уши потерял? Венечка, что за шарики? Что за шарик? Ай, на Бусе здесь, как всегда, дела. Хорошо. Скажи, кайфово. Перекусил, повалялся. Такая жизнь, скажи. Неинтересно, как некоторые сказали. Скажи, мне очень даже интересно. 50 оттенков черного. Уши не хотите примерить? Полностью довольна жизнью, вы посмотрите. Чумазая и счастливая. Сериал можно так назвать. Новый какой-нибудь. Не снимает же эти уши свои. Что, домой пойдете греться? Или еще мысли какие-то есть? Все. Конец ушам. Не грызи. У Вензы разговор короткий. Говорит, ну-ка дай, отгрызу. Ой, что за зайка. Веня, твой рот может быть пуст? Обязательно надо что-то грызть. Жрать. Ну-ка дай, говорит, я его сожру. Как привлечь внимание кошки? Буся, что такая ленивая? Буся, что это такое? Веня, это что? Что это? Буся. Веня спасать пошла Вочку. Венза, нет, Венза, вперед, вперед. Вперед! 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 Да не бойся! Можно по вою поскакать! Вперед! Веня, вперед! Боится на него! Ты боишься его обидеть? Да он не обидится! Все. А киса вообще отвернулась, говорит, не могу на этот цирк смотреть. Мы тоже празднуем. Не только звери. У нас вон блинчики и немножко рыбки украли у некоторых. Все, чаек сейчас выпить будем. Вот тут контролер, естественно, как без нее. Он говорит, блинчики тоже мне. Да? У-у-у, с Рождеством! Венич,
сидит, и даже кончика хвоста ее не видно. Все. Ля-ля-ля. С Рождеством! Нам лишь бы повод был, чтобы отметить. Мы отмечаем все праздники. Вон, картофелина вылезла. Ой, как ему вкусно. Как вкусно. Блинчик. Венза, ну что это за наглая собака? Мы вот с такими глазами перед тобой не сидели, когда ты шашлычки ела. Говорит, ну блинчик же не шашлычок. На ей кусочек. Очень вкусно, очень вкусно. Все, больше нет. Кому-то сказали на диету садиться. Да. И чай? Чай будешь? Скажи, нет, чай не буду. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока.